Если раньше всегда там, ну, на первых местах, ты даже думать об этом забыл. Хоть кого-нибудь забрать с собой, чтобы вровень выйти там 1-1. Короче, Ильич, я записываю. Все. Все, все записываю. Пишешь Добрый... или... Конечно, говорят, добрый Или день. онлайн? Добрый день, короче, всем привет. Да нет, нет, какая трансляция? Ты что, с ума сошел? Нет, конечно. Так, 100 лет, в самом деле, ни меня в эфире не было, и тебя не было. Жопа, короче. Вдруг откуда ни возьмись, Да, тут такие... появился в рот Ильич. Тут такие фигак и мы. Слышь, что-то я лидер отряда, а ты где? А ты меня не позвал даже. Пригласите в отряд. Игрок уже находится в отряде. Да что за бред? Опять! Сейчас я перезайду. Подожди, я покинул отряд. Твою Блин, мать. Ну я уже вышел. Ну Сейчас. давай. Блин, тут малой будет визжать, правда. Слышь, какого хрена у тебя... Смотри-ка, вот как... Мелкий лич. Константин Дмитриевич, да, там отжигает по полной. У тебя рейтинг, как я валяюсь вообще. 71, 52% стата. Ты дрочер, блядь. Чего? Не, ничего, ничего. Даже у меня, насколько я помню, 50... 51, по-моему. Ща, где у меня? А, о! Ну да, 50, 50 и 8. А за последний месяц нет Ну данных. я вошел Да, в я игру. и не играю. 28 боев за август, прикинь. Приглашай. 28 боев за август, Ильич, приколись. У кого, у тебя или у меня? У меня. Я тоже не знаю, где посмотреть. Слушай, я тебя зову в отряд, а он говорит, что ты в отряд. Чё за нахуй? Сейчас. У тебя там, видишь, интерфейс же поменялся. Удали себя из отряда. Вот бутылку с онлайн. Так я... Правый нижний угол. Ну вот я тебя приглашаю. Ты появился у тебя? Да, вот. Не готов к бою. А я и не готов к бою. А чё это у тебя там 54-ки висят? Ты переключись, давай на 4-м ранге покатаемся. Подожди, а что у тебя там? Ну, у меня советская. Ну, короче, все до 4-0. У Так у меня меня... тоже... А, не, у меня есть Т-40... До 7-0 можно? Так мы и 4-0. так будем на кули... 4-0? 4-0, я тебе говорю, 4-0. А-а-а. Я играю вот второй, третий ранг. Сейчас, подожди, что у тебя, Т-34, короче, да? 57-я, да, СТЗ-шка, 29К, самоходочка. Ёлки-палки, у меня нет такого. А это новая самоходка. Ну как новая, ее давным-давно добавили. Это такая зверюга 76 миллиметров, прикинь, ебашит. Она разносит четверку в клочья одним выстрелом. У меня же экипажи здесь ни хрена не прокачаны. Что делать? Лошара. Я просто не знаю даже, куда их ставить-то. Ну, не знаю. Что значит, не, как не прокачаны? Ты чё, мы на 34-ках жгли в свое время. Мы же и начали с этого. Ты У чё? тебя СТЗ, который стоит, да? Ну, СТЗ-шка, да. Ладно, я его куплю хотя бы. Надо Ну, же с у хреном. меня он просто это... Ты можешь поставить, насколько я помню, Подожди, а КВ-1... самоходка какая у тебя? Ну, у меня стоит 29К, у тебя ее нет. Ну, ты можешь, соответственно, поставить 122-ю, например, по кайфу. Ну, что, 57-ю здорово. осушку можешь поставить. Она-то у тебя, надеюсь, прокачана. Ну, просто эта самоходка 29К, она в линейке зениток вообще. Ну, потому что это зенитка, просто на нее пушку поставили другую. А, тьфу ты, блин, она у меня стоит в другой этой. Я что думаю, что не могу ее выбрать. Ну вот. О том и речь. СУ-122. Блин, у меня экипаж практически весь прокачан. Ну, практически. 147 из 150. Мне зенитку Подожди, а качать тяж у надо. тебя какой? У меня нет тяжей. А на чем ты гоняешь? Что у тебя? Т-34? Блин. Ильич, у меня 76-миллиметровая пушка. На этом, ра Охренеть на вещь. этом ранге это имба. Это не менее страшная херня, как и 8-8 Так флаг. я только КВ, короче, могу себе поставить, я так понимаю, Ну, да? ставь КВ, да, только на флаг не нарывайся. И то КВ оттянул. против немецких флагов пулеметом можно воевать. Так. Опа.
Ну все у меня. Ну. А вон у меня Т-34-57 стоит. Это что Ну, такое? это оно, да. Так ты на 57-ю или на СТЗ гоняешь? На обоих. По ситуации. Ильич, это здесь три возрождения, Ильич. Думаешь, не надо брать тяжей вообще? Да забей, они прошиваются 57-м. Сейчас А хорошо. 29К ваншотит КВ-1. Ну, Т-34 это уже третий ранг, а вы вроде как на втором. Да насрать, 4-0 рейтинг всего лишь. Это баланс. Та еще зверюга. Я, короче, готов. Давай уже Сейчас, нагнем. сейчас, сейчас, сейчас. БТ-5? Да это я просто поставил что-нибудь. Хрена ты зверь. Этот я ж экипаж тоже совсем давно не качал уже Зачем его. они там нужны-то? Чё ты их держишь? То у меня-то вон, видишь, как стоит все. Я не знаю. 4 штуки всего лишь. Выкинул бы, отправил в отпуск у экипажа эти и все. Ну все вроде, все у меня правильно, поехали. Ну, вроде поехали. Погнали у тебя. А? Да, конечно. Сейчас всем жопы порвем. Сейчас все обоссутся, обосрутся. Не знаю, не знаю. С моим сейчасшним скиллом, это как Да, не говори. это бабушка надвое сказала, или натрое даже. Не говори. Что-то я ссусь. Хотя нет, здесь зашибись, нормально. Тут воюется нормик. Ладно, если обостремся, хотя бы не трансляция, можно не Куда выкладывать. поедем? А ты где? Сверху, снизу? Да мне по барабану, давай снизу поедемся. Правда, я медленный такой сейчас буду. Ты фугаса берешь с собой, нет? Не, в жопу фугасы. У меня 139 миллиметров пробой на 29К. Я сейчас на ней поеду в атаку. О, я еще и появился относительно удачно. Ни хрена, это что это такое у тебя? Это она и есть. Это 70... донатная, что ли, херня? Нет. 3,7 ранг всего-навсего, прикинь, БР. Ой, что-то у меня все тормозит. 27 FPS. А, вот 45 разосралось. А, ну Ну это я ладно, для себя поедем. графен выкручивал. Куда? Я отсюда всех сейчас перебью нахер. Я ваншотить всех буду. А я самый хитрый буду, поеду через туннель. Всех Давай, грызу. давай, давай. Вон они, прут уже. Ой-ой-ой. Что-то у меня, походу, крысячить не получится. Я не один такой умный. Видал? Ну нихера себе. Нихера Ваншотная. себе. Ваншотная шваль. Да мне в жопу тут заезжают еще друзья свои. На, тварь. Крита нарисовал. Не попал. Лоханулся чутка. О, тут еще друзья приезжают. Куда поехал? Не попал. Ой-ой-ой, штука Ильич, видишь его? А, лордик? Лордник? Да. Красава. Жалко, что не ты. А, Не, не четверка! проехал. Четверка, сука! Ну ладно, одна хелпа, один фраг. Неплохо так разменялся. Сколько, какую кучу еще перебил. Все, я за тобой теперь пру, Ильич. Поперли теперь толпою. Я на А ни хрена, 54-ке. тут оказывается они вон поехали через туннель, вон выезжают. Ну да, я им туда сейчас арты накинул. Поехали. Ой, еще хелпа прилетела. Попал. Я даже не знаю, куда ехать. Красава, еще одна хелпа. Ильич, осторожно, тут со всех сторон на тебя сейчас попрут. Я к Да тебе я вижу, это приближаюсь. какой-то пиздец. Я к тебе ползу, Ильич, сейчас будем вместе отбиваться. Не бзди. Сильно не вылезай, я тебя пытаюсь догнать. Блин, Да нету. я тут за горкой спрятался, я Ну, надеюсь, сюда никто смотри, не мне тут приедет сейчас прямо. тоже в жопу подъехать могут. Там, вон, я смотрю, еще один чувак на КВ-1 прет. Есть вариант, что нас отобьют. Ильич, осторожно, со всех сторон объезжают. Сильно не высовывайся, ты у них на респе висишь. А я сейчас буду Блин, с у меня неба двух падать. БМБ. Держись, Ильич. Ёлки-палки. Я сейчас с неба на мудаков упаду. Так, а мне там пацаны, я смотрю, на КВХе пытаются, да? Ладно. Блин, нам сейчас в жопу заедут. Я сам в туннель прячусь. Держись там, Ильич, держись. Я тебя кинул, короче. Как ты сам себя отбил? Нет, Блядь, наших я даже никого не выпиливают. попал, по-моему. А Наших нет, вы... одного попал. Красава! Правда, третий панзер, но это говно. И я прям на штуку выехал. Не повредил.
Лошара, блин. Красава, тут его пацанчик наш отработал. Держись, Ильич, держись. Я в туннель, держись, они на нас прут. Да через туннель. А, окей, блин, да. Хотят. Через тоннель, крой, крой его, Ильич, крой тоннель. Нету там никого в тоннеле. Я же вижу сверху все. Ну, кроме меня, да. Но сейчас попрут. Я тут тебя пытаюсь отбить, ты понимаешь? А все нормально. То есть, если я справа не подставлюсь, а я подставлюсь. Ну, смотри, я пытаюсь просто твою жопу прикрыть. Вроде получается. 400 метров, третий панзер едет. Ну че, ссыте, ублюдки. Арта готова, тварина. Газу, газу, Ильич! Сука, сдохни! Да, меня тут тоже коцнули. Ладно, херня. Есть, блядь, тварь. Держись, я там тебе арты даю. Ага, прям по... Yes! Бля, ну я ему выбил заряжающего, Ильич, держись, я время там выиграл. На 34-ке? Не знаю, я наугад бил артой. Я на ремонте. Держись, Ильич. Вижу третий панцирь. Короче, огонь на себя. А нет, все-таки он выиграл. Держись! Нормально он стрелял. Я все. Какой все? Я только-только начал. О, арта отрабатывает пацанов. По полной. Я тут в тыл зашел им. Ау! Есть, нахуй, в жопу прямо. Ты че, родимый? За мной наблюдаешь, не? А, бля! Хлебушка. Штурмпанзер. Ну, три фрага, две хелпы. Сейчас на СТЗшке еще. Не, в жопу, на ЗИСе. Я чувствую. Хотя нет. Надо на ЗИСе немножечко отработать. Вон он. Орла мочи вон, видишь, позади. Ага, вижу. Выезжает еще один. Твою ж мать. Сданный. Мотор выбил. Так, ну ладно, в жопу. Спитфайр-то я вынес. Держись. Держись, ставлю броню. Даю этому мудаку туда привет. Китайца видишь, он стоит? Там вижу, тоже. Ничего сделать толком не могу. Но пытаюсь. Он очень коцанный. Пытаюсь. Да, блядь, что за мудак? Съебись, тварь, блядь. Пиздец. Да. Ёбаный. Газуй. Да дебилы, блядь. Охуй. Блядь, заряжающего ранило. Мудак, блядь. И на самолет полетел. Все отлично. Да раз. Он один остался там. Да, блядь, дебилушка, сука, сдохнет, тварь, блядь. Блядь. Мне на бушку самолет упал, не наш. Нахуй. Сейчас я сяду за штурвал, твари, блядь. Сильно вперед не лезь, Ильич, лучше меня в воздухе прикрой. А я, у меня нету этого. Бля, ладно, похуй. Говно. Ой, как неудачно все. Ладно, похуй. Можешь вот этого захватить? Попытаюсь, Ильич. У меня 8 бомбуев, я постараюсь. Су 5-1. Сколько новья тут? Вообще трындец. Хуй знает, вроде отбил. О! Держись, Ильич. Но ты же видишь мои бомбы. Не попал. Да еще непонятно, попал, но не убил. Интересно, ты его хотя бы поджег? Сам не понял. Что-то у меня... Да, попадаю. Да, блин. Да соси ты ногу, я отбился, тварь. А там можешь ковыряться с ним, сколько влезет. Сдохни, сука. Да я штурмпанзера пытаюсь выпилить. Блять, опять какой-то уебан мне в жопу въехал. О-о-о.
Нихера, я на зенитке их выпиливаю, приколись. Слушай, я уже отвык, что здесь нету. Меня все-таки выпилили. Не успел. Ты все уже, что ли? Да, так получилось. Подожди, ой, ёбан. Ну, мы с тобой первый и второй, Ильич. Мы не смогли затащить этот бой. Я еще борюсь. Борись. Но мы не смогли затащить этот бой. Мы всосали, Ильич, увы. Бывает такое. Блять. Хе-хе. Кто у тебя остался? 22. Чего? Да, ни хрена у тебя зверь. А чё толку, Ильич, мы всосали, вон. О, ща тебе прям в башку прилетит. А, так у нас коробка настолько. Ну, вон они, летают, мудаки. Да надо было точку сразу держать, Ильич. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. А, вон в бочину заехал, у нас на респе стоит. 34-ка слева. Охереть! Пробил. А я фугасом стрелял, оказывается. А. Хе-хе! Первый КВ. Нихера! О, он тебя спалил! Бум! Конечно, и Ильича спалил, нет. Он не респил меня. Бам! Первый блин комом? Первый ком блином. Что-то у меня все лагает, все тупит. Может, надо настройки поменять записи? Вещание, вывод. Программный. Прибыль дали. Это у меня с программной какой-то хрень. О, мне еще 10 техники надо здесь. Ты готов, нет? Не готов. Конечно, готов. Сейчас, секундочку. Ок. О! Исследовать. Господи, я что-то я тормозную систему изучил. Крутяк. Пополнение экипажа имеет смысл изучить наконец-то. Завершить. Пропустить. Мы лучший отряд, нет? Просто первый удар. Ок. Пофиг. А, так у меня ни черта нету здесь. Чего нет? Сейчас. Я готов, короче. А, здесь все нормально. Поехали. Я готов. Только что-то все тормозит, блин. Надо настройки, короче, поменять. Надо оперативы добавить. Да, куда у меня их так 12. 12? Да. А сколько у тебя планок стоит? 4. 8, 8, 4, 4. А сколько у тебя слотов? 4. Че, ты мать что ли новую покупал? Ильич, у меня 1000 лет, ты клевая мать. Я не собираюсь, я не собираюсь себе менять комп, я бы себе только новую видюху приобрел. Ты че? Я собираюсь, но 30 тысяч у меня нету пока. Снизу, сверху, да, и снизу. Снизу, да, я опять на 29-м поеду. Хотя. Нет, на 34-ке ворвусь. Ворвусь на 34-ке. Пипец, 90 FPS, а как начнется бой до 5 просядет. Но это во время записи. Хотя нет, вон 52, 60 разосрался. Это, наверное, там тормозило все и тупило. Я вот не знаю, прям на точку рвануть или перется опять. Хрен его знает. Но я смотрю, ты быстрее меня едешь, а? Ну потому что я полностью прокачан. Тоже она прокачана. Но у меня экипаж полностью прокачан. А где ты камуфляж надыбал? Ильич! 1000 лет я одержал 1000 побед. Видишь Кромвеля? Да, опасайся Кромвеля, Ильич. Кроме шуток. Это звери, здесь, блядь. На-нах. Шерманы там что ли еще едут? Нет, шерманы говно, а вот Кромвеля опасайся. Он выезжает, выезжает. Пам, я промазал. Вот то-то и оно. 34-ка в забыл. Я даже точку захватывать не хочу. Я врезался в дом. Ой, пиздец, справа. Вижу. Блять! Тварь! Вали его! Да ёпта! Мне надо отъехать, эти твари меня видят. Сука! Ты горишь? Да. Пиздец, третий уже раз. Пиздец. Сдохни, тварь. А чё толку? А я умер.
Да меня зажгли, блядь, придурки. И никто не прикрывает. Все, я горю. Нихер тут делал. А! Паша, ты не поехал отсюда никуда. Да, да, но ничего, сейчас удержим, Ильич, сейчас удержим. Ничего мы не удержим, наши двое. Удержим, я тебе говорю, не бзди. Сейчас я 29-ю беру свою. Нам надо отбомбиться. Походу, дело. Да сейчас я на 29-й выйду и все. Лишь бы выехать аккуратно. Ага, и прошьет тебя. Я тебе говорю, они не успеют даже сообразить, что их убило. Да как там много? Мотри, я знаю! Я перезаряжаюсь очень быстро, Ильич, прикинь. Я открыл для тебя Америку. Сколько бы их там ни было, Ильич, я перезаряжаюсь быстрее, чем все они вместе взятые. Это охрененная техника. Единственный недостаток — это отсутствие брони. Вообще. Насрать. Бля, как ты едешь-то вовремя? На, сука! Понял? Красава. Чё ему? Так у меня мотор выбило. А удачно. Почему я чиниться не могу? Наверное, ты только что его купил, и у тебя вообще ни хера не изучено. Может, поэтому? Да. И чё, у меня нет починки? Ничего у тебя нет, если ты только что его купил. Так он даже чиниться не начал, это чё за прикол? Так... Он же вообще не изученный. Плюс по второй бой сливаем. Это что за херня? Ай-яй-яй-яй-яй! Есть. Сука! Блять, в бочину заехал, ублюдок. Твою мать! Мы просрали респ этот. Вообще там не появляйся. Блять. А я уже появился. Уходи оттуда. В центр сруливай. Сруливай в центр. Я убегу, короче, куда-нибудь. Да, сруливай в центр на Б. Мы просрали эту точку, и нашим дебилам вообще насрать на все. Мы просрали вообще все. Мы просрали респ. Давай, выезжай, родимый. Выезжай, блядь, падла, давай, я жду тебя. А, ну все, я стрелялся. Заебись. То есть ты даже фланг не прикрыл. То есть я даже не убил никого. Лошара. Так бывает. Куда ты лезешь, паскуда? Блять, сейчас в бочину заедут. Ладно, похуй. Ты как-то странно, задницей так танкуешь. Ну, я вообще собирался просто уйти в бок как раз. И я это сделаю. Так, вон он, четверка вылезает. Блять! Их там трое, двое. Да похуй, сколько бы их там ни было. Да пошел ты. Блять! У меня как назло не крутится башня. Да, лошара косорукая. Да пизда тебе, тварь, только дай повернуть башню. Вот он. Да дайте башню повернуть! Насрать на заряжающих. Бля! На! Да? Все, всосали. Вообще дичайше. Нехер делать было внизу. Бывает. Никто даже сопротивления не оказал. Это бывает. Это не бывает. Надо печалиться. Это бывает. А мы опять, наверное, первый, второй. Господи, кто-то в чате еще что-то пишет. Блять, господи. Тут из аннигиляторной пушки. Готов? Подожди. В аннигиляторной пушке что-то ребята пишут. Вон, Илья Зима что-то написал. В чате. Ты готов? Подожди, не готов. Готов? Подожди. Готов? Рад видеть меня в игре. И тебя тоже, чувак. Готов. Я тебя тоже рад видеть, чувак. Пиу, пиу. Я не так редко захожу в танки вообще-то. Был дело, я месяц каждый день играл. Ты пойдешь голосовать, Леха? Че? Голосовать пойдешь? Чего? За что? В следующем году. За президента, за кого? За что? В следующем году? Блять, Ильич, я точно знаю только, где я буду завтра. Не задавай мне таких вопросов. Мне насрать, кто мой президент, там, то еще что-то такое. Мне абсолютно насрать. Сверху, снизу? Сверху, на то же самое проворачиваем. Не видел.
Блять, пиздец, уебанская тундра. Че, у тебя там вылетело? Нет, вот это говно, блять. Если отменить, короче, если сменить точку респа при выбранном танке, пизда, он зависает, короче. Ну, не сама игра, а выбор. И пиздец, и так тупить. Ты появился или нет? Я ничего, я не появлюсь, я буду тупить, блять, как пока все до точки доедут, пока у меня не появится кнопка ебаная отмена. О! Поехали, блядь. О, все уже едут вон. Ты что там делаешь? Ладно. Я эту карту вообще не знаю, куда ехать-то. Ну, на точку поехали, конечно. Я с другой стороны просто сейчас подъеду. Я по полю рвану. По полюшку, полю. А вообще не, я им во фланг зайду, вдоль скал пройдусь. Кто там? Что там у наших-то? Вон, катятся. Да, откуда ту же самую карту? Что-то я протупил. Ха, я думал новое. Вот что значит не заходить тысячу лет. Ага. Не говори. Блин, еще и FPS так сел дико. Че за нахуй? А, ну я выкручивал это из-за того, что не стримлю и не записываю. Поэтому все так перелагает. Надо, короче, обратно оптимизировать настройки, а то у меня больно крутая графен стоит. Который не тянет моя видюха уже давно. Бля! Ноу! О, придурок. Твою мать. Yes! Его вынесли. Хорошо, это был не я. Красава, пацаны. Спасли мою драгоценную жопу. Ба-бам! Бомбанул пацанчик. Сейчас найдем всех остальных мудаков. Я, короче, в замок и лич заезжаю с обратной стороны, видишь, да? Не вижу тебя вообще. Да а, ты нет, вообще хер знает куда уехал. Я еду тут, понимаешь, пацанов с фланга прикрывать. Сейчас такая неожиданная поддержка подойдет в моем лице. О, это я удачно арту забрасываю. Давай, 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 я во фланг им захожу, Ильич, а ты с другого, берем их. Клещи! Блять, он меня видит. Yes! Бля, хуёво. Квас. Меня видит квас. На нах, ёпта. А, он и так труп. Чё я туплю? Привет. Пока. Не туда стрелял просто. Так, тяж едет. Да что такое, прикинь, в затылок башни не могу КВшку пробить. Ну. КЗ. Бля! Тор зажёг. Твою мать! Он меня первым засек. Ебаный Кромвель. Оба! И прошили мудака. Красава. Я сверху с тобой. Ну ладно, зато я КВ-ху вынес. Тут какие-то мудаки появляются. Я к тебе несусь, Ильич. Да я тут пытаюсь КВ. Я на самолете. Я не могу его убить, прикинь. Прикидываю. У тебя, видимо, не тот боеприпас стоит, кстати. Их там два бронебойных. Ну, уже хорошо. Так, надо прикрыть пацана. Раз мне не дали атаковать бобра вражеского, прикроем пацана. Смотри прям... А, не, не на тебя. Нет, прям на тебя прыл. Ну, извини. Я пацанов прикрываю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А, вижу, вижу, вижу. Держись там. Я вижу, но меня прикрывают. Бобер идет, бобер наш пошел. Вон он, прошел. Сейчас будет бздынь. Так, надо выехать из-за скалы и вынести всех. Разбежавшись, высигну из-за скалы. Сейчас как вмажу, я могу. Это я люблю дело, давай. Это дело я люблю. Всех на свете я пилю. Так, кто там тебя коцнул? Ах ты, сука! Над ладно, шокеру им тут навел хотя бы. Над башкой. Нормально, над башкой прошел истребитель. Тварь, он разворачивается. Да ты в натуре, что ли? Да ладно, ты гонишь. Фига он зверь. Наводчик контуженный лич, мне пиздец. Бля.
Все плохо. Мне не очень неудачно я заехал. Ты хоть выпилил кого-нибудь? Никого я на этой не выпилил, я только самолет сбил. Я лоханулся, но мы пока держим. Один фраг есть. Бля, или взять. Сейчас я бомбера возьму. Возьму-ка я зенитку. Бери, да я на зенитке и на арте сейчас отработаю. Бери бобра, если что, я прикрою, я на зенитке, Ильич. Я прикрываю. Да наши их вообще зажали там на респе. Так что? Давай, Ильич, я прикрою. Так, 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 прикрываю. Ох, куда бомбить-то? Все едут. Всех подряд. Хвост чист. Давай, выпиливай, мудаков. Крейсерский танк. ИТ. Нихера себе они там прут. А какого хрена там вот это? Да это просто ИТ. Как Катюша. Кусок говна, короче, расслабься. Но, правда, если попадет, то попадет. Выпиливай. Ну, ну, бомбы, ну. Отлично. Ха-ха-ха, видал? Видал. На нах, тварь. Зажег, ублюдка. А тут самолеты вообще... Ильич, Ильич, расчехляйся, Ильич. Прямо в нос заезжают уже к тебе. По земле. Да нету здесь никого. Да я тебе, тебе повезло, просто прикрыли свои сверху. Ва, хрен там прикрыли, вон он, Кромвель прет. Сука. Ой-ой-ой-ой, нихера себе. А я тебе что говорю? Давай, а я еще на зенитке сейчас прикрою. Я ему, правда, максимум гусеницы собью, но могу. Где он, за камнями или его уже... Блять, не знаю, да, вон он. Ебать. Наводчика командира ему выбил. Красава, а я ничего не могу сделать, я, блин. А все ему, все. А я не там просто поехал. Так, своих надо прикрывать. А это моя моя артиллерия заработала. Где этот ублюдок? Да ладно, что-то на него как на собаку. Ох, нихера этот. Ха-ха, обосрался? Не бзди, дед, я для проверки. Куда? Правильно, ей. Давай, вылетай уже из-за скалы, ублюдок. Да ну давай! Да он сыт там вон, да я для самолета. Давай, взлетай уже, давай, давай, давай. Лети сюда, тварь. Бреющая гнида. Давай. Давай, говорю, высунись из-за скалы. Ну что ты ссышь-то, ублюдок? Есть, на. Хелпу дали. Вот что за малой, а? Системник без крышки лезет постоянно в колер пальцами. Что это такое? Ну как, чё, шевелится ж. Ну да. Ну, как любой уважающий себя кот. Надо залезть в то, чё шевелится. Вон он, вон он. Где? Я вообще на бобре. А-а-а, забрал, прикинь, напоследок. Красавчик. Засчитают этот фраг или нет? Красавчик, а хрен знает. Ну, вроде отобразился в чате. Да вряд ли. Да мы, наверное, опять лучшие еще и... При том, что всосали так-то. Да нет, не лучший. О, мне дублеров дали на 43-й ЗИС. Вообще тема. О, мы в жопе. Ну ладно. Так. Нет, мы лучший отряд, а Ильич. Ну, все нормально. Все ок. Да ну, вот так. Да, конечно, поехали дальше. Все ок. Школьники, видишь, последние выходные лета. Стараются не просрать. Что лето, что зима. Всегда на работе. Да, не говори. Да еще жопа. Мне сегодня в ночь опять, а я с тобой. Сегодня что, воскресенье? Да. И на работу ж завтра. О, мне вообще в ночь. 29 и на еду. Реально. А? Да, я очень тихо и медленно буду туда красться, а потом... Она просто так делает классно. Это реально зверь, она разрывает все с любого расстояния. Ну, кроме разве что Кромвеля издалека. В упор она его в лобешник
просто рвет в слюне. Ты сам ваншотный. Цепляй! Да, я ваншотный, ну ладно. С тобой, газуй. Лучше ты не отрывался от коллектива, конечно. Ни хрена ты рвешь там. Ох, я за тобой, я за тобой. Ууу, 53, 54, 50, 48, 47. Бе. У меня командир охрень... А, камешек. Ты что, яблоки жрешь? Да ничего я не жру, у меня микрофон упал. Куда тебя несет, дурень? Кстати, малому, прикинь, уже больше года время пролетело. Ой, бля. Так и жизнь пройдет. И не говори. И в сотый раз масло вниз упадет, бутерброд. И не говори. Меня, мне надоели падающие бутерброды. Я хочу стабильности немного. Ну, весной... Блин, они уже где-то там. Да, я вижу их. Твою мать, чуть-чуть промазал. Да что ж такое-то, а? Можешь ему ёбнуть чем-нибудь? Топ. Да, блин, урод! КВ! Успел, успел. Фу. Прикинь, сныкался. Прикинул. Сука, куда ты ворвал? Там чину едет. Блять, красавчик. Я пытаюсь издалека прикрыть, но не успеваю никого засечь. И вы их выносите раньше. Держите, 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 ребят. Тяжелая артиллерия на подходе. Сейчас я только вот эту лужу говна перееду, и все, и всем крантец. Я займу позицию, и меня хер кто отсюда выкурит. Разве что я очень уязвим артиллерией как раз. Ну, блин, я не могу в тут заехать, там его прикрывают. Блин, это слишком здоровый дом. Не боись, я его вижу. А, блин, светоните, он исчез с радаров. Да ёпты. Вот он, ублюдок. Привет. Экипаж наводчик всех перебил. Пизда ему. Да что такое? Трансмиссия, водитель. Господи, один чмошник остался в экипаже. Да сдохни ты, тварь. Наконец-то. Я зажег его. Забей. Держись там. Держался один ублюдок, блин, за точку. Я захватываю. А, я зону-то беру. Ну, бери, 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 бери. Я тоже ее беру. И сейчас будем держать до упора, блин. Они еще не знают, что я здесь. Они, походу, этого не засекли. Держите его, парни, держите, косите их нахер. Что-то у меня вон, там вообще никак не отработало. Там вон пытаются выехать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Ничего страшного. Вы забрали точку, твоя смерть была не напрасной. Мне дадут самолет, я его тамчу. Дадут. Да ни хрена мне не дадут, даже на штурмовик не наковырял. Отдайте мне винтовку, верните мне коня. Атакуйте точку В. Че? В? Окей. Только... А че он тебе разговаривать че не умеет? Че за херь? Не знаю, да он только ходить научил. Типичный Ильич. Туловище работает раньше, чем мозг. Все, даже самолет кританул, чем угрылся. Я же говорю, сейчас дойдет, дойдет, пацаны, сейчас до него дойдет. Ну, он разобьется или нет? Мне фраг дадут? Дали. А-а-а! Ноу! Фак, Ильич, я застрял, приедь, спаси меня. Хотя, чё, я норм тут так прикрываю всех. О, сейчас. Так, кто меня там убил? Ильич, спаси меня. На то, а вон он, да. Все, пиздец. О. Я надеюсь, хотя бы ракетная дадут что-нибудь. Бля! Че это было? Это КВ было, он там терся до сих пор. Он в меня пыкнул, и все, и я понял. Так, у нас что, Б отжали? А, это мы отжали, красава. Я туда же. Хотя нет, я с тобой. Поехали прикрывать пацанов. Я за тобой, Ильич. Эй, это что да за блядь! Нахуй? Блять! Я не успел. Пипец. Какие прикрывалы хреновы.
Твою мать. Твою мать. Да блин, какие они резвые твари. На, командная работа, красава. Так, дайте-ка я посижу. Да что такое? Ты что ли угнал у меня? Нет. Нет, окей. Ой, их там трое на Б едет, прям колонной. Круто, а мы С просираем. Они прям за кустами прячутся. Да мы С просираем, Ильич, на срать. Да хер с ним, у нас две точки. Мы сейчас на, допустим. На, харта. Я выиграть не могу, их четверо. Харта, я сейчас со фланга. Меня видишь, да? Да, я вижу, вот вижу, это... вижу, я с фланга сейчас заеду и арты дам, да, туда не могу им. Выехать. И я туда им арты в проход, ну ты понял. В проезд даю. Блин, попадаю, но не туда. Дым. Нету дыма. У меня нету дыма на этом. Вон они, наши. Батальоны просят огня. Да, наши работают. На, тварь! Туда был Артур зарядить, их там 5 тел. Я вижу, заряжаю. Есть арта? Да, зарядил. Сука! Сейчас, подожди. Давай, 57-й, сука! Выбил ему наводчика. Красава! Мне долго рядиться тут очень. Я помогу. Сильно не вылезай. Сильно не вылезай, давай. Там меня прикрывают еще. Не бздите, пацаны, Цешку сейчас отожмем, и на Б еще останется. Три бомбуи. Ща пару залпов дам им. Даю один на С, остальные на Б. Блин, еще и А просрали. Отлично. Налево. Даю. Смотри, там самоходка сейчас будет палить. Вижу. Вон он, М10, Шерман. Или что это там такое? Мехвод. Да что такое за херня? Прям в боеукладку попал. Мне на четверу хелпу дали. Бабам. Оба пацаны прут. Еще немного усилий, и победа в наших руках. О, сейчас КВХ и прикроюсь, мне норм. У меня, правда, все перебиты. Блин, ну ладно, сперли у меня фраг, окей. Ну убили, нет. Ну ладно, С сейчас отожмем. Так точно. У меня, короче... Ну вот, тебя потеряли каким-то хреном. Так я и говорю. У него последний танк. Вон она КВХ прет. Да там и Т-шка сраная, чё ты остановился-то, братан? Газуй. И то, его там уже нет давно. Поеду, точку заберу. Заодно отремонтируюсь на халяву. Ха. Нифига я припарковался. Да, опыт не пропить. На, тварь. Есть там кто? Есть, артиллерия уже нет. И еще одна арта. Давай, подъезжай. Там еще есть еще один. Нарисовался. Ублюдок, на арты. Оба. И он тут же лопнул, как старый изношенный презерватив. КВшка сжигает. Так, ну а чё? Мы на респ уже приехали. Все, кранты ребятам. Давай, я еще сверху прикрою. Давай вынесем этих ублюдков до конца. О, смотри-ка, они решили захватить зону. Надо же. Давай на А. Я, наверное, не успею залететь. А выруливай на А. Успеешь. Выруливай. Я прикрою. Я прикрою. Не успею. Я говорю, прикрою, давай. Вали его! Завалил. Бамс! Вражеские войска захватили точку. Да не попал, прикинь. Ну еще неизвестно, подожди. Да я ракетами не попал. В жопу ракета. Внимание на карту. Ракеты шлак. Интересно, какое сведение стоит здесь у них? Со скольки они попадают в точку все? 700, стандарт. Да ты сохраняешь, пока 700 метров пролетит, то любой уедет. Конечно. Ни хрена тут пацанов шьют. Дайте-ка я вам, ребят, помогу. Ой. Разрешите я бну с ноги?
Да-да-да, позвольте, я переебу ему с ноги, господа. Сейчас. О, казённик. Ну, не выезжай! Блять, ублюдок. Дайте я переебу ему с ноги, друзья. На! Еба! Ни хрена тут арта содит. Ой, мама. Как же она долго перезаряжается-то, а? Круто, Ильич. Я тут просто попал в эпицентр атомной бомбежки, Ильич. И я ее пережил успешно, прикинь. Жесть какая. Это же охренеть можно. Вообще не говори. Сам в шоке. Виндельбинт. Бам! Нету его. Зато я есть. Бам-бам-бам! Это моя арта долбит. Ха-ха! Клево, да? Ща, я такой вылетаю, сливаюсь, бомблю и умираю. Да все, у них один танк остался. Блять, урод. Это был мой фраг, тварь. Сдох. Ну и на каком мы месте? Не знаю, мы в жопе. Ну я точно. Я ж никого не убил толком. Ну да, я в жопе. Я пятый. Третий. А лучший отряд не дали? А я пятый, я хрен знает. Вроде нет, мне не дали. Да у нас одна командная работа была. Ой, я что-то изучил. Понятно. Я тоже. Запчасти купить. А, вот это, вот эта херня. Ага. А, ни хрена, тут кумулятивы даже есть у 34-ки СТЗ. И под калибр. Ты готов? Конечно. Полетим? Или еще поездим? Поехали, конечно. У него есть этот подкалибер, который шьет 135 миллиметров. Злейшая вещь, кстати. Но он только вырубает, он не убивает. Он же как, этот, как иголка тыкает. Ну да, он прошивает насквозь. Ну, неплохая вещь так-то, вообще-то. По-хорошему, это если подумать. А вообще, по идее... В реалиях игры, если, например, два танка поставить бортами, их оба можно одним снарядом убить или нет? Можно. Ну, кумулятив сразу, это он первый ёбнет, а второй уже ничего не будет. Можно. Я на Б. Шучу, я на С. Поехали, 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 поехали. Если выхода особо нет. Опять эту карту, что ли, переделали? Не сильно. В первую очередь мини-карту переделали. Ну и сделали меньше чуть-чуть прострелов. Она стала поинтереснее, подинамичнее. Тут здесь больше. Раньше кора была целиковая, чтобы до С доехать, а там, смотрю, по Да. А здесь теперь, видишь, добавили так, чтобы можно было ездить, чтобы не простреливалась С издалека. Теперь на Б такая же гора? На Б все осталось то же самое, и исправили теперь вот этот верхний красный респ. Там куда, теперь обязательно. Прям на точку или. Прям на точку, поехали, поехали. Шкеров тут не особо много, тут надо проезжать. А, то теперь. Есть через Б С не простреливается или простреливается? Не простреливается. Ну раньше как, из замка вылез, и там все это видно, как это. Какого вот замка? Нет здесь замков, Ильич, это поле. Ну, сверху на Б, там же замок. Нет, какой-то. Там ничего, это другая карта. А, вообще другая? Кубань, что ты мне гонишь, а? Да не та карта, говорю. А та Ордена называется, не тупи. Здесь нет замка в скалах. Это точка С, которая раньше была ямкой. Маленькой. Это другая карта, не тупи. Так ее совсем переделали вообще? Эти дома еще и рушатся, да? Да. А куда ехать-то? Дальше можно ехать прямо. Можешь в поле выехать. Можешь выехать в поле и стрелять... по мостам. Я вот сейчас поднимусь и займу господствующую высоту. Вон там чувак один заехал. Красавчик. Я сейчас с ним тоже подорвусь. Поеду. Вон, я А вижу, например. Могу уже пострелять кого-то, наверное. Если повезет. Да, могу. Правда, никого не вижу. Но все равно могу. Надо было не тормозить. Пофигу. Ну ты тогда обеспечь мне прикрытие с той стороны, Ильич. Потому что я лезу в гору. Да я здесь не вижу никого. Ну вообще. Ты направо теперь можешь башню-то повернуть. Ну вон он, 29к, тварь, выехал. Ой-ой-ой, промазал я нахер вообще совсем. Дымс. Дымс. Сука, он меня засек, прикинь. Выпиливай 29-ю из пулемета. Не вижу. Вот он.
Видишь? Стреляю по всем, у меня здесь 5 целей. Круто. А я теперь чинюсь. Мне надо проехаться чуть-чуть. Ага, этот ублюдок в меня целит. КВ. А, хитрожопый ублюдок, а? Окей. Я за тобой, Ильич, только теперь я с жопой повернусь. Чтобы быть готовым к приключениям, так сказать. Сразу встречать их голым гузном. Блять, меня вскрыли, короче. Я сваливаю отсюда. Бля, а я его не вижу, чё за нах? А, вон он, ублюдок. Да кроме того, что точку захватил, зажёг одного. Всё. Да вот и я тоже, только перебил ему пол экипажа и все. Сука. Ладно, берем. Так, поехали на А теперь отбивать. Цету мы удержим, там пацаны выдержат ее. Надо отбивать, Ильич. Да наконец-то, прикинь. Снарядов 6 с него выпустил. Ну, красавчик. Попадаю. Артой. Ого, это что это за тело? Вообще охерело. О, господи, боты. Блять! А вот на точках, если их занял, тут они теперь стали господствующими высотами. Это целая проблема, блин. Их с А надо выкуривать. Где тут мой волшебный полет? Полетный. Да вижу. Дуэль, короче, друг друга ёбнули. Вижу. Сейчас заеду. Ладно, это вам не это. Мне должны дать это. Ты, я сверху появлюсь. Да. Твою мать. Господи, силуэт не пойму. Да ёпта. Верхний лес уже отжимают. Да, и отожмут. Такие. На самоходке осталось. Не справится. Пиздец! Я один! Господи, на километр попасть не могу. 400 метров, 34-ка. Блять, и он меня палит, сука! Да мне! Давай, выезжай, ублюдок. Познакомься с моим подкалиберным, сука. Давай. Давай, выезжай, тварь. Ссышь, правильно, ссышь. Я, походу, сольем этот, прикинь, будет. Не бзди, не бзди, арта пошла. Все началось, заебись, и закончится клево. Не бзди. Ага. Все точки проебываю. Не бзди, говорю. Я сейчас А забираю. Если повезет. Если повезет, конечно. Да хуй поймешь. Бля, меня видит. Есть, нах. Гусеницу выбил, ублюдку. Это мой подкалиберный. О, ты прикинь, мне дали эту штуку пушечную. А если и танки вообще убиваются, нет? Да, наверное, убиваются. Сейчас. Ни хера не убиваются. Скройся в тумане, мразота. Пиздец. Ты попадешь. Что это за штурмовка такая? Упс. Моё, мразь! Это у меня не отнять, суки. Блять!
Ёб твою мать. Я живой. Прикол. Твою мать, уже нет. Надо попасть ровно в дерево, а? И не говори. Да ёб твою мать. Убейте вы эту шлюху. Куда снаряд-то улетел? Прям в него снаряд попал. Да за самый дикий замес пошел, видел? Ну все, я отправлялся. Да, круто. Вовремя. Да, мы с тобой, прикинь, мы с тобой дико всасывая второе и третье место. И сильно ничего не изменится. Грустняшка. Поехали дальше. Это не беда. Что-то там не ждут меня. Я совсем гитару забросил, прикинь. Я играть-то не уметь и не умел, а теперь совсем не умею. Я думаю вообще продать. Кого-то уже подарил или продал? Да электруху с примочкой. Дурак, что ли? А что делать? Жрать-то хочется. Ой, да прям прибедняется он тут. Ильич, на самом деле. Кроме шуток, ты думаешь, я шучу, что ли? Что, так все бедственно? Да? Хотя у меня у самого 150 рублей осталось, блядь. У меня 600. И это при том, что позавчера, в пятницу, дали аванс. Представляешь? Пить вода. Снизу, поехали. Опять сольемся снизу. Снизу? Тут у меня пацан чуть табуреткой не убился. Ну, это не беда. Пиздец, опять я повис. Да чтоб тебя. Нельзя менять так. Ну ёпти, гайдзины. Появишься? Ну появлюсь, да, только внимание, хуй знает когда. Ну давай, гайдзина, ну выпустите меня покататься, ёбаный. Атакуйте точку С. Дебилы. А сколько ты поплавал на... Я имею в виду в игре. Не знаю, 2.5 что ли там. О, нихера себе, так можно на пятерке погонять. Фу. И просрать за один бой. Ой, да прям. Прям. Ну нихера ты на 400 метров от меня уже свистнул. Я кого-то подрезал, короче. Куда попер? Бобер. Как там песня про бархан? Ну нет никого. Где все? Я за тобой. Ох, нихера себе! Я за тобой, Ильич, держись. Тут мы выезжаем. Засандалило мне прям в двигатель. Держись, мы выезжаем, говорю. Всей толпой прям. Нас много. КВ. Вижу. О, кто-то его зажег хоть. Уже хорошо. И я попал ему. Вражеские войска захватили точку. Стрельбе готово. Да хоть дудку ему выпить. Херка. Есть. Били? Поехали. Там 57-й еще стоит. Та еще жопа. Мне... Ты че дергаешься, шмара? Тут мне сыка. Ты где вообще? Да я впереди тебя еду. Дергается, тварь. Нет, самого. А, вижу, там он еще, да, подъезжают пацанчики. Ну ничего страшного. Сейчас мы им в тыл зайдем. Проломлюсь я через дом-то. Ой, проломлюсь. А, тут скала мешала, а я думаю, что за нах. Господи, он еще жив, что ли, блядь? О, придурки. Дайте я ему за сандалию. Ну дай. Заезжай, он горит. Блять, ну с точки дай съехать. Блять, Ильич, тормоз. Да я вообще сзади, я его зажег. Ёбните да? его. Окей. Давай, захватывай. Все что-то проехали, блин, фрагодрочеры, а захватывать-то кто будет? Проворачиваем такой же маневр, как и эти ублюдки с нами. Кстати, дисбалансная точка получается. У меня экипаж. Держись, я на перерез иду. Вражеские войска захватили точку. Нужна поддержка артиллерии. Шаха его! Сука, он выстрелил раньше! Давай! Класс! Я ему что-то кританул, класс!
Класс, держи, мудака. Блин, у меня один член. Добивай, у меня один член. Командир, все. Он не боеспособен. Ага. Так и я тоже, у меня один член, и тот чинит движок. О, сука, как. Не могу прицелиться ему. Блин. Да похеру, держись. Отбил. Бля, их тут куча. У меня у самого пол экипажа нету. Так вот, а я на ИЛА тут вылетаю, еще, блин, придурок. Еще один выезжает. Пиздец. Бля, ну ты нашел время на самолет. Ну извини, я весь перебитый был, Ильич. Ну надо же было как-то отбиваться-то. Ёбни их хотя бы. Ну от меня... Трое. А, ну нам бы там пиздец было. Ну а я про что? Вот я и пытаюсь сбить этого ИЛА. Так, у меня ноль фрагов, и я... На-нах. Что делают остальные? Не знаю. Ай! Он меня все-таки достал, ублюдок. Хер тебе, я успею. Пилот выпрыгнул на скалы. Так и вышел. Зашибись, мы просираем последнюю точку, прикинь. Лохи. Давай, я сейчас на дикой пушке поеду. Их трое там, я даже не знаю, что делать. Да насрать, я на психованной пушке их сейчас выбью всех. Я знаю, что делать. Где там, говоришь, песня про бархан? Учкудук. Ой, стреляют. Ой, прям в меня. Ох, нихера их там. У меня кто-то над башкой пролетел, Ильич. Это плохо. Ой. Мама. Ты вообще не высовывайся. Я говорю, не выпендривайся. Это все хурма, Ильич. Точно в цель. Блять. Танк сгорел. Пью, и все. Ты нашел, на чем высовываться. Ну а что я? Извини. На чем высовываться? А что мне еще делать? Это арта. Никто не прикрывает, они заняли господствующие высоты. Опять какая-то карта, блядь. Сидельщиков хуевых. Я еще раз сейчас залезу на 34. А он пробил меня. Лежать, блядь. Я ему даже куслю не снял. Что за гив... У вас вообще народ остался играющий или нет? Заебись. Где? Тут в команде. Хер знает, сейчас вообще кумулятивом его прошью. Опа. Блять. Господи, где эта тушка-то, блять? Охереть, они уже нам на рез заехали. Чего? Ой, блядь! В натуре. Бам, он догорел. Да, пиздец, хорош на сегодня. Насосали и хватит. Нихуя, надо еще полетать. Полетать. Ильич, а поспать перед ночной сменой, нет? Мне вообще-то завтра тачку еще страховать, прикинь. Час дня у тебя всего лишь. Ильич, мне в 9 вставать! Ну, нормально. Вечера! 12. Ну? Вечера! Давай пару боев. Все. И давай. Там сольемся и пойдем. Давай, но я играю на 3-3 предел. Так как и было у нас, что там, як 9-то? Нет. 3-3 предел, Ильич. Ла-5F. Е-2-1. И-16, Тип-28, Як-7Б. Сейчас посмотрю. 3-7 же мы играли всегда. 4-7. Пизду. Все поломали, Ильич. Все попортили. Так, подожди, а как поставить? Ну, опять, я летаю не выше 3-го ранга. Да ща я все сменю. Ну что, даже... Охренеть. Да, у меня даже лак 3.11 стоит. А, я понял. Да тут проще новый набор собрать. Наверное. А как создать... А. Ну, в общем, вот такой прикол, Ильич.
Так как поставить-то авиацию? Чего? А, фу ты, блин, я протупил. Так, что у тебя там? Получается, лаг 3.11, да? Не выше 3.3. Ёбаный в рот. И не говори. Лаг 5, лаг... Заказать. Подожди, а лаг 3.11 это какой у тебя ранг? Ой, рейтинг. 2.3. Ну это у меня, может у тебя какой-то есть. Почему не лаг 3.66? Чего? Или лаг 5? Чего? Сколько? 3.3 должно быть или 2.3? 3.3 максимум. Так у меня есть лаг 5, он в соседнем слоте. А, здесь же можно выбирать сколько хочешь самолетов. Я даже не танки. Тьфу ты, блин, я забыл. Да, сколько есть. У меня вот все до предела. Кстати, P23. А, не, в жопу. Может, Ил-2 поставить, кстати. А, так я и исследую Ил-2М. P2. Сейчас я сменю. Что-то я не врубаюсь, где я вообще и как. О, так может чайку мне поставить вообще? Он вообще 3.7, охереть. Господи, P21, где он вообще? Я не врубаюсь. А, во, вот он, нашел. Чего? А, они разные у меня. Во, в чем прикол-то. Так тут и Ил-4 можно ставить. 3.0 же, да? Сейчас, подожди, выберу экипаж. Секундочку. Выбрал. Внешний вид. Ну все, я вроде все поставил. Ага, ничего, ага, ага. Ща. ТФ. Сейчас я его сделаю злым. Во. Во, какая техника теперь будет. Все, я готов. Так, сейчас, пока загружается, сейчас подойду. Просто у этого курсовые есть, оказывается. Пошел пацана воспитывать, Ильич. А-а-а, воздушные аркадные бои, случайный. И чё? О, как раз бомбимся. 100 фабов. Пуа! Ой, в смысле, 6 сотых фабов. Уа-а! Чё, погнали? Конечно, погнали. Па-дам! Где? Надо мочить технику, Ильич. А, ты на бомбере? Ну, я в целом просто взял. Ни хрена, дайте и я, что ли. Че это вы такие рыжие начали тут чертить такие 4 полосы угарных? И я такой фиолетовую рисую сзади. Ну, зеленые вообще почему-то. Ну да, у тебя и были зеленые. Ну вон они, бьюфайтеры уже летят, блин. СБшка несется. Подняться, что ли, до него? Ну с какого хрена мы на мустанги попадаем и всякое такое? Ты у меня там спрашиваешь? Да. Понятия не имею, Ильич. Не задавай мне таких вопросов. Нате, твари.
То есть я так долго летел, летел, сейчас мы в лобовой и сдохну нахуй. Сгори, сволочь! Пиздец, он меня сбил нахуй. Я надеюсь, он хотя бы сгорит. Сгорел? Да тут легко вообще. Да тут я отстреливаюсь, он за мной и шаг гонялся, но я хоть что-то сотворил. Хотя бы две наземных сбил. Ну все, бобра я... Откидал, теперь можно и самому пошалить. Где мои ракеты? Все, парни, я с вами. Я бобра всрал, я с тобой, Ильич. Поперли буянить. Ты тоже на ишаке? У меня-то пушечный. Донатный. Вот это тоже смотрю. Ох ты задрот. Ну, вообще-то это был подарок, по-моему. Да? А ты не помнишь, это был подарок. Ну я-то его покупал еще в самом начале. Ну помню. Так и я тоже. Это подарок был за регистрацию, что-то там в какую-то да акцию. Да нихуя. Что-то такое. Ну, или за первый платеж бонус, что-то такое. Сзади П-63 Ильич заходит, аккуратней. А, в жопу на него я вам. Я вниз полечу вообще. Ну так и я сейчас тоже вниз полечу. Ну у тебя там просто лавка. Втроем шакалы хотят. Да я вижу, туда. Третий лаг, да, вон несется. Сейчас я, суки, вам на башку. Аккуратнее, Ильич, говорю, в хвост сейчас зайдут. Ну как зайдут, так и перейдут. Думаешь? Посмотри. Да что это такое, блядь? Не попадаю ни хрена. Блин, я не могу кобру догнать. Блин, а я думаю, что за херня? У меня пинг. Ну не пинг, а вообще просто тупит все. Где этот искусствовед? Дайте в него пострелять-то. Упыри. Блять, арту пойду собью нахер. Пойду ботов выпиливать. Потому что мне можно. Я тоже. Ура, блять. Не разворачивается. Ни хера себе. Жопа какая-то. Ну а ты думал. Блять, потерял энергию, ебаный в рот. Да сдох. Ну, хелпу я заработал, все норм. Бля, как же он вертится-то? Ес! Ха-ха-ха! Красава! Красава, парни, вообще красава! Отлично, под кого-то. А, ему насрать, окей. Ча, вот он. Сейчас заскал. А, так я с ракетами летаю. А что здесь вообще? Штурмовка, да? Ну, просто перебей ботов. Вау! Бля! Вертлявая шмара! А, я же с закрылками, чё я туплю в самом деле? Я же его перефинтить могу легко. Правда, я немножко контужен, но ничего. Оба! Бам, красава, пацаны выпилили. Танк. Ай, танк. Блядь, сука. Докрутился, придурок. Да я хотел спрятаться на фоне города. Ау! Сука! Утечка, и меня выбили. Ай, я горю весь и падаю, умираю. Похер, успею, нет? Опять пилот вышел. Прямо в скалу. В скалу. Бам! Алекса. Меня Леха какой-то сбил вообще. Леша, блин. Ладно, насрать. У меня ракеты С-82. Это почти стана. Зато я 400 кмч могу нагнать. А, привычка, прикинь. Забыл, что здесь самолет рыскает.
СБ-2С. Донатный этот. Трофейное говно летает, я смотрю. Сейчас я эту шмару тут выпили. Ты пошел на него? Да. Я бы... Зачем? Я его один выпилю. Наверное. А у меня, по-моему... А, ну у меня тут все прокачано. У меня все попрятанные. У меня скрытная атака. Да, везде. Он меня даже не заметит. Ну ты лох. Ну, бля, извини, он резко свернул. Он меня спалил. Он молодец. Он молодец. Он красава вертится вообще. Вот так вот. Пацанчик не лох, реально. Так, тут пацаны внизу, я смотрю, вертятся или вверху? Внизу. А, вижу, вижу, вижу мудаков. Ишак. С-200 какой-то. Бля. Есть. Есть. А? А? Ильич, а? Кто папка-то? Кто папка-то? Двойной факинг удар. Свободу ушам, твари. Не могу хурикана перекрутить. Ни хера себе. Надо сваливать отсюда. Опять меня этот Алёша сбил, блин. Сейчас я ему на лавке отомщу за себя. Як все-таки говно, а вот лавка это сила. Где этот Алёша? Алёша сам помер. О, там наша Жешка бомбит. Все, мы выиграли. Отлично. А вообще, что это я на первом месте, Ильич? Ты что, охерел? Выпиливай, ублюдка. Да, меня зажгли нахуй. Это, наверное, эротично смотрится. А в каком месте тебя зажгли, Ильич? В пердаке, блядь. Я так и знал. Ну, сука, ну ладно. Что взять-то? А, в жопу, ребят, сами с ним разбирайтесь. Хилпу взял, и ладно. Оба. Ни хера себе, перезарядка полминуты тут. Ну, не все так просто. Вот он, П-38. Иди сюда, пиндосина. Ходи ко мне, мразь. Бля, лох. 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 Он меня не видит, главное, а я попасть не могу. Да, блядь, биплан хуев, двумоторное дерьмо. На, ёпта, крылья отстрелил, ублюдку. А теперь резко уходим, что-то у меня под жопой кто-то сидит. Пизду я на перезарядку, парни. Средний танк, средний танк. Блин, а я бомбы скинул уже. Ладно, ничего. Средний танк, средний танк, ладно, насрать. О, бронетачки, сейчас собью. Чё это я? Перезаряжайся. Блять, даже не знаю куда. Вот так вот, мрази. О, легкий танк. А, блин. Ой, я танк не могу выпилить. Вот это плохо. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, меня там хотят явно. Ой-ой-ой, я валял. Так, я вижу бобра, но он черт знает где. Ой, его сбили, класс. Или нет, это не он. Фига себе у меня тут наклейки, освобожденный Донбасс. Я такие не клеил. О, мы впереди. О, вижу СБшку, наконец-то, давай. Блин, а я как назло торможу. Не вовремя форсажом побаловался, называется. Бля! Бля! Чё не прикрыл мою жопу драгоценную, Ильич? Я прикрываю. Ну ладно, я на парашюте выйду. Оба! Красава!
Ты вроде даже в него попал. Да попасть-то я попал, только хер ли. Ладно, возьму бота. Ой, бота. Лак 3.11. Мне сейчас своим сраным маслом загадил. Вау. А, все в перезарядке. Ну-ка, бочка. Блин, красиво. Я ёбну или нет? Ёбну. А что здесь, ПВО убрали, что ли, с баз? Или разбомбили все? Все вынесли. Это мы. Это мы все вынесли, Ильич. Нихера себе, чувак, 14 наковырял фрагов. Да, прикинь, за ним не угнаться. А все, у них никого не осталось. Да, плевать. Мне лучше отряд. Какой лучший отряд? Мы были-то не рядом. Ладно, хороший лич, в самом деле. Спать пора, пипец, мне вообще не на работу. Ну ладно. Да ладно, все равно угарно получилось. Третье место в команде. Да ладно, тоже. Где-то искать, блядь. Жену или, блядь? Да и хуй ее знает, кто она там такая. Как можно такая женщине? Не буянь! Чё, я вышел всё из игры? А мне сразу в бой отправить. Ну ладно, Ильич. В кои-то веки я залью наконец на канал хоть какой-то видос по тундре и с тобой сразу. Блин, надо как-то чаще встречаться. Но да, это вообще, это чудовищно. Это старость, Ильич, сука. Это старость. Ну ладно, может, в свадебное путешествие к тебе приеду. Давай. Ты там смотри, а то Константин уйдет, ходить-то умеет, а ведь где живет, не знает. Дрыхнет он уже. Свинья. Да еще какая. Ты! Да я знаю. Пиздуй спать, все, хули ты делаешь. Пиздую. Спасибо всем, всем удачки и... Черный экран. Ага.